Вот мы сегодня разрезали колумбу пасхальную, итальянскую, потому что сегодня Пасха. Посмотрите, какая она мягенькая. Пушистая-пушистая, нежная-нежная. Такое тесто. Нежнятина, просто нежнятина. Сверху глазурь миндальная, смешанная с сахарной пудрой, целые миндальные орехи. А в середине апельсиновые цукаты. Видите? Это колумба, пасхальный итальянский кулич. Ну, кулич у нас немножко другой, но у них вот такой. Очень вкусный. Много продают их разных, разными начинками. Есть и шоколадные, и еще какие-то. Но мы купили именно такой классика, классический, который производится почти вручную из натуральных ингредиентов. Никаких химикатов. Уже на следующий год я, наверное, сделаю рецепт. Его готовить довольно трудно. Там 3-4 замеса теста, готовится почти сутки. Очень долгое брожение, поэтому получается такая нежнятина. Туда в тесто еще добавляют сиропообразный солод из ячменя, похожий на мед, и поэтому такое нежное получается. Вот это традиционная итальянская сладость пасхальная, пасхальная голубка, коломба. Будем сейчас кушать с чаем ее.